26 декабря Казанский федеральный университет посетил профессор Высшей школы бизнеса Стэнфордского университета Илья Стрибулаев. Целью является проведение семинара «Групповое принятие решений и трансформация организаций». Лектор рассказал аудитории про основы современного бизнеса и тенденции его развития. Главной темой выступления стали инновационные методы. Также лектор затронул тему прогресса в бизнесе, сформулировав основные принципы изменений. Он озвучил главную проблему падения или застоя ведущих компаний. Неготовность меняться из-за успеха и отсутствие развития в новых сферах приводит к появлению серьезных конкурентов и вытеснению компаний с рынка. Примером была история первого айфона и реакция корпорации Microsoft на его появление. Юстин Вонгрен за интервью: «Боитесь ли вы iPhone?» И вот что он говорит. Он сказал, что нет абсолютно никаких шансов, что iPhone будет хотя бы даже маленькая доля рынка. Никаких шансов. Microsoft отказался от разработки собственных смартфонов, и в результате у Apple не было серьезного конкурента. Microsoft начал заниматься смартфонами, но с опозданием примерно на 7,5-8 лет. В конце семинара Илья Стрибулаев сделал свой прогноз развития на ближайшие 5 лет. По его мнению, за эти годы произойдет больше революционных прорывов в бизнесе и экономике, чем за последние 50. Артем Тупичкин, Роман Самарин, Универньюз.